Так, все отлично, замечательно, все просто ошаленно. Клавиатуру отодвинем, пожалуйста. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рост, и сегодня мы играем... Кстати, да, я вернулся, я просто заболел очень сильно, поэтому я не смог выкладывать видеоролики, но ты же на меня не в обиде. И сегодня мы играем с вами в Хорорец Elevated Dread. Итак, приступим. Загрузка. Пожелайте. Ой, пожалуйста, закрывайте двери. Сзади себя там было написано. Но я, как всегда, вовремя не прочитал. Почему-то все очень тихо. Надеюсь, это нормально. Почему все пикселизировано прям так? Я как будто кубиком становлюсь. Прям кубическим. Там что-то уже прыгает. Это подъезд? Это подъезд. Куда-то мне надо. Тут машина, наверное. Не вижу. У меня монитор специфичный. Пожалуйста, нажмите Е, чтобы взаимодействовать. А, пропала. Если вы видели ее, что-то там дальше не могу прочитать. А, зайдите в... Он следует за тобой. Спасибо. И смайлик. Ты можешь войти. Что-то там третий номер. Ты в. Ладно, я не в. И что, мне надо в подъезд? А где номер, который мне надо там ввести? Ну ладно. Так. Я наугад чисто ввел. Ну, как бы... Мне просто повезло. Я культурный человек и за собой двери закрываю. А вы закрываете? Напишите в комментарии. И поставьте лайк, если закрываете дверь. Гениальный байт. Так. И куда мне надо? Что я вообще делаю тут? Стучать? Ну понятно, я школьник, которому не хрен делать, и который расклеивает объявления, чтобы накопить на новую булочку в столовой, потому что мама не дает ему за плохих оценок денежку, и, короче, ему грустно. Там люди минусу... А, там лифт. А тут лесенка. По лесенке можно? По лесенке нельзя, я понял. Это очень грустно, то, что по лесенке нельзя. Ходить вообще-то полезно. Я немного напугался, ладно. Так, тут электрощиток. Почему-то очень сильно все темнеет. О, спасибо за свет. О, айран. Сейчас взорвется. Нам надо, то есть... А сколько этажей в этом здании? Подожди. Вот эту еще не отклеил. Точнее, не обклеил. Айран, могу выпить? Ну и ладно, не могу. Щиток. Меня ж не долбанет? А жаль. Так, это первый этаж. Сколько здесь этажей? Блин, тут 9 этажей. Капец. Я это видел. Вы же это видели? Я не схожу с ума. Господи, я уже начинаю заикаться. Теперь мне стало после... Ходьбы по подъездам очень стрёмно. Там дяденька какой-то прошел. Не, ну возможно, это сосед Валера, который просто после тяжелого рабочего дня вернулся домой, но это маловероятно, потому что там. Вы видели, какие руки? Ты там. Брал Старсер, наверное, сотого уровня какой-нибудь. Ладно. Здорово! Так. В шкафу что-то. Спрятаться. Хайд. Это вроде прятаться, потому что hide and seek это прячущийся и вроде находящий или водящий. Почему свет потух? Почему вообще я спрятался? Мне от кого-то надо прятаться? Да я никого не боюсь, в принципе, потому что я сильно... Бездари, блин, не могут выкинуть на улицу. Я сильный.
А, молодцы, книжки читайте, это хорошо. А, это не книжки, это, блин, человек. Ну ладно, я подумал, что вот это вот, типа, контур книжки, вот это вот страницы и все такое. Ран. Чё моргнуло? Почему везде ран? Почему везде какие-то шкафчики, футбольный мячик? Я вглядываться в темноту боюсь, потому что... О, классики. Потому что... Там может какая-нибудь рожа на меня смотреть, и это будет очень невесело. Это будет очень жопоразрывательное приключение домой. А точнее, на тот свет. Там что-нибудь есть? Да, блин, не шипи ты на меня. И где я? А, меня назад телепортнули. Ну, спасибо. Не дано, значит. Тут что-то написано, но я не знаю иероглиф. Я думал, ну опять сейчас пройдет, но меня пощадили. Цифра. Ты со мной так не шути. Я ж айран взболт... Понял, понял. Все, я ухожу. Я ухожу. Это очень напряженно, прям... Спасибо. Плюс еще одна фобия. Люди едят... Не кашляй на меня! Я и так болею. Так. Люди едят людей. Мне показалось, или ручка дернулась? Надеюсь, мне показалось. Я очень надеюсь, что мне показалось. Я сейчас этот айран подниму. Ну, это не особо было страшно. Это какие-то телепузики. Все, выключаем, короче, просто. А, мне еще бегать-то нужно. М-м-м, прикольно. Не прикольно. Вообще не прикольно. Черная херня. Типа мне этих факторов недостаточно, чтобы уйти домой и больше никогда сюда не возвращаться. Типа мне нужно работу доделать до конца. Типа я Россия. Открывай! Новый год скоро. Стей. Не хочу стей. Иероглифы какие-то получились. Третий. А, ну это и есть третий этаж. И я тебя видел. И ты ничего мне не сделаешь. Понял, паскуда? Я просто человек. Я умнее тебя. Я Биг Бренус. Не Биг Бранус, а Биг Брейнус. Опять я ран. О. Обратно! Ну, я говорил, щиток ушатали. Спасибо, спасибо. Варенье тут. По башке себе постучи. Пожалуйста, не пугайте меня. А, да? Я электрик еще. Ну, хорош. Полезный навык. Я не вижу. Тут есть двери или они открытые? Какой-то чел кетчупом испачкался. Ничего. Похуже видели. А, это не шкаф, это дверь тут. Белые. Опять я ранычи, тут всякий шкаф уронили. Тут же ничего не пробежит. Ну, видимо, уже пробежала. Ой. А, мне показалось, что это типа из-под стенки ладошка какая-то такая. Здорово! А мне... Не шипи на меня, а. По-братски прошу, а. Я же электрик, я тебя воскресил. Ну, чё ты на меня шипишь? Справедливо. Где дверь? Тут была дверь. Или я уже с ума схожу? Я не вижу ничего! Я, наверное, в монтаже сделаю яркость побольше, потому что вы сейчас будете страдать вместе со мной, если я это не сделаю. Да я знаю, что бежать надо. Ну, я, в принципе, выжил. Там кто-то закричал. Крестики. Крестики это как бы клад, значит, да? Твою-то мать. Ну нет, я не хочу туда.
Мне не надо туда. Я расклеиваю объявление. Ну, бургеры готовили. Так, где крестики, подвесочки? Модные, на стиле. Никто, не выпрыгивайте на меня. Я просто расклеиваю объявление и ухожу отсюда. Так, трубы. Трубы и всякие шкафчики. А почему я не могу просто вот трубу взять и с собой, типа, ее ходить? Ой, тут тесак в стене. Клево. Мне показалось, что лампа на меня смотрит красными глазами. Блин, ну что за нелюди, а? В подъезде ссорят. Никогда так не делайте. Вам будет респектуля, если вы будете выбрасывать в мусорку все. Прям я вас зауважаю. В принципе, и сейчас уважаю. Потому что на меня подписаны гигачады. Так. Я специально на дверь не смотрю. Надпись есть, надпись есть. Шестой этаж. Я надеюсь, вы это слышите, потому что это очень напряженно. Так, щиток, что это? Ромашка какая-то, нет? Да? Ладно. Что это, текстуры забыли наложить или что? Блин, мелкие говнюки, а. Это, наверное, это все ваши школьники отключки интернета. И из-за коронавируса им не хрен делать, им дома скучно. И вот они по подъездам шастают такие, ай, надо кому-то жизнь испортить. Вот я сейчас обернусь, там... Окей. Все хорошо. Все просто шикарно. Шесть. Мне вот это показалось, что два глаза таких... А, привет, у тебя сейчас кобздец. Ну, рэпчик, в принципе. Какие-то чунга-чанги происходят. Я выключать не буду, потому что вдруг бабайка за мной придет и как бы разозлится. Ты чё выключил? Искусство такое. А я ценитель искусства, поэтому я реваю отсюда. Мне проблемы не нужны, я как бы fine it's. Ага, там уже что-то летает. Так. Шестерочка, зачеркнутая семерочкой. Странный большой стул, на котором сидит эта хрень. Лопата. Это намек то, что мне уже пора это закапываться, да? Повесил, повесил. Почему? Все, я доволен. На секунду тихо стало, и это меня очень сильно напрягло. Неимоверно сильно. Потому что тишина — это самое худшее, что может прийти в хорроре. Вот представьте, гробовая тишина, и слышите вот такие тяжелые удары, как будто по металлу чем-то. Это... Странно. Инвентированный звук. Нам не надо такого. Стульчики летают. Стульчики летают. Стульчики летают. А мы бараны поперли сюда, чтобы заработать копеечку. Ням-ням-ням. На покушать. Твою мать, аж в горле пересохло. Ничего ж не будет, если я выключу. Ну ладно, меня забанили. Так, я ухожу отсюда. В принципе. Восьмой этаж должен быть, по сути. Восьмой, да. Сердечко. И тишина. Кобздец, спасибо. Радио. Ой, здорово, братан! Чё ты, куда ты? Ладно. Это, видимо, не я, монстр. Ой, блин, варенье разбил. Ну как так, а? Только начали дружить, и как бы уже все. Сразу первый минус.
Ты куда ушел? Ничего не вижу. Ладно. О, ну у тебя есть срач. Давай приберусь. О, там кто-то еще и плачет. Не, туда не хочу. Все, ты слишком грязно живешь, я ухожу. В освоясь. И пейте, пейте. Даже так, да? Ну, ладно, развешу хотя бы. То есть, мне назад не дано. Да я вижу, вот, шов прям такой. Присобачили. Вот что? Это все китайцы, это все китайцы. Они там мастерят постоянно свою хрень. Очень быстро. Они меня замуровали. Все понятно. Да. Ну, идем, значит, к приключениям на жопе. По жопе. Или как это там приятнее назвать. Вот я уверен, сейчас как это... Я даже запинаюсь. Я сейчас такой топ-топ-топ ножками вон туда. Да не тухни! Я есть, я живой. Ага. Здорово. Ты чё такой? А, вот что ты? Что ты орёшь? Не ори на меня! Закройся! В смысле, а куда? А где там двери есть? Мне же нужно расклеить как бы объявления вот эти все. Или что это? Что я вообще расклеиваю? Погоди. Смогу увидеть? А, с Хэллоуином, да, это... Меня разыгрывают, ура! Это все не по-настоящему? Да, надеюсь. В смысле? Ага. В смысле, ты думаешь? Здесь... Вот здесь не развесил, ну да. А здесь? Здесь тоже не развесил. Что, баран я? Ага. Сразу вот пострел своей харизмой лампочки. Так. По-моему, бэкрумсом пахнет немножко. А может это я на третьем этаже пошел... Выключись. Может я на третьем этаже пошел чинить... Ладно, отвернусь. Щиток электрический, и меня вот так вшатало, я, короче, там лежу такой и мультики смотрю, а это все происходит в моей голове. Типа я... Ушатался, и все. Очень как... Вот, нет! Ага. Сейчас какая-то неприятная хрень случится. Очень неприятная. Я телевизора напугался. Это все ваши ТВ-мейны. Все? Могу идти? Это все ваши ТВ-мейны. Это все ваши камеры-мейны и туалет-мейны. Лучше в Майнкрафт играли. Серьезно. Так. Что-то долго сильно едем. А, ну мы же на первый этаж спускаемся. Ё-моё, чё я? Так, не надо мне каких хеллоу. Хеллоу будешь на какое-нибудь шоу говорить или всем своим друзьям. Я тебе не друг, я тебе вообще какой-то левый мужик с улицы. Давай без этого. Ну все, кобзец. Чё, шаг надо сделать, да? Да ну кобздец. Опять эти бэкрумсы всякие ваши. Бэкрумс, Мишка Фредди. И куда я иду? Ничего же не видно, а? Меня же сейчас напугает. Вот музыка вообще все абсолютно притихло. Абсолютно все стихло. Мне, видимо, сейчас до лестницы надо. И как только я туда зайду, мне как бы сделают приветствие. Так. Я одно ухо сниму. Че там? Я уверен.
Ну да. Что тут написано? Тут написано Merry Christmas. Наверное. Свет моргнул. Свет моргнул, я видел. Я могу домой? Все. Кранты. Все, люминальные пространства, я как бы ушел. Там что-то? Да где я? Кто я? Нет, кто я знаю, а вот где я? Это совсем уже другой вопрос. Лампочки. Почему? Можно выйти? Тут чел отвисает. Он сейчас меня напугает, а? От него эта хрень исходит. А, я теряюсь, Слендерман! А, да? Эй, куда я под пол ухожу? Один. А, все, не будет страшно. Уходить можем. Не уйдем мы сегодня. Ну, как я и сказал, мы сегодня не ушли. Хорошо, что я одно ухо снял, иначе был бы инсульт у меня жопы. Ну или чего там. Так, я сейчас немножко приду в себя. Фух. Игрушка довольно хорошая. Прям такая атмосфера у нее. Атмосфера у нее прям шикарная. Просто нет слов. Пугает, как не знаю что. Как будто мама пришла после собрания, и вот ты от нее бегаешь по всяким люминальным пространствам. Она такая... Мастер объяснений. Хоррор шикарный. Прям балдежный. Опять же. Надеюсь, таких у меня на канале будет побольше. Чтоб я сам поорал. Вы же любите смотреть, как люди страдают. Особенно Ростислав. О, твой. Извините. Ну... Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если да, то подпишитесь на мой канал, поставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, поставьте этому видео лайк, и до скорых встреч!